Всех приветствую на канале Ярославский огород. 27 июля на дворе, и сегодня мы с вами убираем лук красный сорт Red Baron и белый сорт Штутгартен Ризен. Лук был посажен 9 мая. Видео посадки смотрите по ссылке в конце ролика. Лук очень хорошо рос, ничем его не подкармливало, и даже проливные дожди июля 2020 не сгноили лук. Всего 7 луковиц подгнило у Штутгартена и 2 луковицы у Red Baron. Урожайность чуть лучше у Red Baron. Красного убрано 50 кг с 1/10 сотки, белого 90 кг с 2/10 сотки. Лук обоих сортов очень вкусный, всем рекомендую к посадке. Также хочу отметить, что перо у Red Baron больше, сочнее и вкуснее, чем у Штутгартена. Всем спасибо за просмотр. Новые видео каждый вторник и пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!